РЭК Омской области скорректирует тарифы на передачу электроэнергии. Изменения коснутся не потребителей, а сетевых организаций. Верховный суд России отменил приказ регулирующего органа по тарифу для МРСК Сибири. Его хотят сделать выше, чтобы возместить затраты предприятия. Аналогичное решение должно было принято и по Омскэлектро. Предприятие тоже намерено компенсировать потери, понесенные в 2015 году. Для населения никак это не коснется. То есть население, как у нас платило в этом году, так и останется платить. В соответствии с тем тарифом, который утвердила приказом региональная экономическая комиссия. На 2016 год прогноз на сегодняшний день составляет, мы уже везде опубликован, не более 7,5% рост по населению. И по тем категориям, которые приравнены к населению, 7,5%. Он также и останется. Это никак не повлияет. Увеличится только перекрестка, которая ляжет на плечи юридических лиц.